Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет страшное видео, друзья. Сегодня со мной снимается моя дочка Алиса. Всем привет! Потому что я просто буквально ничего не понимаю в том, что мы сейчас будем вместе с ней делать. В руках у меня деньги, здесь находится $1000, потому что сегодня мы вместе с Алисой будем заказывать проклятый пластилин, из которого мы слепим кого, Алиса? Шелли из Бравлера! Шелли из Бравлера! Это Шелли из игры Бравл Старс, друзья! Посмотрим, что у нас получится! И самое интересное, что мы вместе с Алисой будем проводить обряд и попытаемся оживить Шелли. Узнаем, действительно ли она сможет ожить после того, как мы ее слепим из проклятого пластилина, да, Алиса? Да. Давай опять погнали относить деньги! Итак, ребят, прямо сейчас мы вместе с Алисой отправляемся на место, где мы оставляем наши деньги, Алиса, и получаем проклятый пластилин. Алиса первый раз вообще снимается в моем ролике, да, Алиса? Очень. И сейчас, на самом деле, да, она увидит, как все на самом деле происходит. Это очень круто. Просто для нас это новинка. Но а пока мы идем, друзья, пока мы идем за проклятым пластилином, Алиса расскажет вообще. Вау, чуть не упала. Что за игра такая? Да, осторожнее надо быть. Что за игра такая Бравл Старс? И какие там есть еще бравлеры? Это очень интересно. Короче, там бравлеры все есть. Ну, я вам в конце покажу. Да, у нее с собой телефон, где она обычно всегда играет в Бравл Старс. И там у нее все эти бравлеры есть. Нет, Почти, да. Она хочет собрать всех, и это очень круто. Но сегодня самое интересное то, что мы слепим кого? Шелли. А Шелли, именно Шелли кто? Какую роль она играет? Она там, не знаю, ведьма, она злая, как она стреляет? И вообще, она сильный бравлер или нет? Не, очень слабый, я тебе очень сильно скажу. Это первый герой, когда играешь в Бравл Старс, закачал. И она там, у тебя только первый один бравлер, это только одна Шелли. Подождите, а у Шелли на... А шляпе разве не черная кошка? Посмотри, Алис. Я не знаю, там по-разному бывает. Там есть несколько скинов, и где у Шелли есть шляпа с котенком, или, даже, да, или и какая-то другая даже бывает. Нет, там футбольные бывают Шелли, там американские бывают, русские, короче, всякие породы есть Шелли. Очень круто, ребята. Ну, а пока мы заходим в наш проклятый лес с призраками и духами. Друзья, Алис, ты не боишься? Нет, Алиса уже не боится. Я не знаю это место тысячу раз, потому что именно в этом месте мы сейчас в нашей проклятой могиле оставим этот конверт с деньгами, чтобы нам принесли наконец-то проклятый пластилин, потому что ждать уже просто нет времени. А вдруг здесь была бы сова просто? Мы бы испугались. Не знаю, возможно, здесь, возможно, кто-то и появится. Но я надеюсь, что никто не придет. Вот именно здесь мы оставляем конверт с деньгами. Да, посмотрите, здесь деньги. Мы оставляем его здесь, и буквально через несколько секунд, друзья, мы-то будем ждать буквально полчаса, пока придет менеджер сайта Darknet, а вы через буквально пару секунд увидите посылку сайта Darknet с проклятым пластилином. Алиса, давай вместе считай до трех. Раз, два, три! Итак, ребята, посылка с сайта Darknet уже доставлена, и Алиса прямо сейчас достанет ее, да, Алиса? Что это? Неужели это тот самый проклятый пластилин сайта Darknet, ребята? Алиса, давай откроем и посмотрим, действительно ли нам прислали тот самый проклятый пластилин. Открывай! Воу! Это реально он! Посмотри, он какой-то вообще необычный, как будто он смазан каким-то проклятием, возможно, да. Что-то интересненькое, ребята. Может быть, духами связан. Короче говоря, мы сейчас с Алисой отправляемся, она будет мне помогать лепить эту самую, постоянно забывая, как ее зовут, поэтому и позвала с собой видео Алису, Шелли, да, мы сейчас будем лепить злую, проклятую Шелли и попытаемся ее оживить прямо сейчас. А, кстати, друзья, я забыла перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз! Два! Если ты тоже хочешь попасть в наше видео, прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в наше видео. И еще напиши в комментариях, какой тебе бравлер лучше нравится. Именно, пиши прямо сейчас в комментариях, какой бравлер тебе нравится больше всех, даже если у тебя еще его нет. Возможно, если ты напишешь этот комментарий, он у тебя выпадет в боксе, да? Да, в мега ящике. Мы тебе этого с Алисой желаем. И не забывай ставить лайк и подписываться на наш канал. Давайте соберем на этом видосе 5000 лайков, да? И мы с Алисой будем счастливы. Давай, Петюню, погнали лепить.
Итак, ребята, пока я буду лепить эту, как ее зовут? Шелли. Шелли, Алиса вам покажет своих бравлеров, потому что это очень скучно лепить из проклятого пластилина. Еще раз покажем вам его. Так, по-моему, у нее там какие-то фиолетовые волосы. Да, хорошо, ладно, я начала лепить, а ты рассказывай. Короче, смотрите, у меня это еще пока что мало бравлеров закрытых. Очень много закрытых бравлеров и очень мало закрытых. Ой, то есть открытых бравлеров. Короче, давайте я вам покажу с Эдгара. У меня на него есть гаджет. Вот гаджет есть. Ой, блин, я вышла. Кстати, Алиса, ты не пробовала играть в эту игру в Brawl Stars в 3 часа ночи? Мне кажется, вдруг один из героев мог бы тебе, например, позвонить или прийти. Мне кажется, было бы интересно проверить эту легенду, да? Да. Ого. И смотрите, сколько у меня героев. Напишите в комментариях, кто знает этих всех героев. Я, например, знаю вот этих всех. Я очень хочу выбить Легу и эпических бойцов. Короче, у меня есть три эпических бойца. Например, Буди, Намаг, Тик, Пока. Короче, если кто-то знает этих персонажей, ставьте лайк. Вот столько у меня персонажей. Так что я играю за Эдгара. Так, ребята, короче говоря, буквально через 3 секунды вы увидите то, что у нас получилось с Алисой, пока она будет мне лепить волосы. Для Шелли или для Шилли? Для Шеллы. Шелли. Шелли, окей, Шелли. Она лепит волосы, а вы через 1, 2, 3, ребята, вот такая Шелли у нас получилась, и остался только лишь один экземпляр. Мы посадим к ней на шляпу эту кошечку, и это ее, ну, типа скин, да, питомец. Да, скин. Посмотрите, друзья, обязательно напишите в комментариях от 1 до 5, насколько Шелли похожа, да, то, что мы с Алисой слепили. Я думаю, это 5 из 10. 5 из 10? Что так мало? Потому что кожа... Ну и, в принципе, у нее нет оружия, у нее... Только пистолет? Ну вот он, пистолет. Да. Ну вот это вот, ну кожа нужна, беловатая кожа. А, да. Она у нас слишком загорелая получилась. Да. Просто и, такой... И глаза. И глаза немного не получились. Но в целом форма, волосы, шляпа, да, вот такие волосы у нее сиреневые. Да. В целом... здесь вот это, такой... Резинка должна быть. А, у нее волосы в резинке, да? Да, желтой. Ну, по крайней мере, мы очень постарались, и я надеюсь, что вы, ребята, это оцените. А теперь мы приступим к самому интересному, да, Алиса? Да. Мы начнем оживлять Шелли. Вернее, будем пытаться это сделать. Ребята, там котята. А, у нас там еще котята, кстати, да, маленькие. Ребята, подписывайтесь на наш канал о питомцах, где мы с Алисой рассказываем про нашу кошку, котят, про кроликов, про крольчат, которые у нас теперь да, есть. Да, только родились. Да, 12 крольчат, собаку Лаки и наших цыплят. Короче, у нас куча питомцев. Подписывайтесь, Есинская Pets. Да, ребята. Да, Есинская Pets. Окей, да, потому что там очень много про питомцев. Если вы любите малышей всяких, то обязательно подписывайтесь, да, Алиса? Да, а если любите игры, то подписывайтесь на мой канал Алиса Семья. Да, 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 кстати, Алиса там проводит летсплеи и прохождение разных-разных игр, и у нее там, по-моему, уже около 3 или 4 видео. Короче, да, три видео, ну, отлично. Так, короче говоря, смотри, как мы сейчас с тобой будем вызывать или оживлять нашу Шелли. Нам необходима наша доска для вызова духов. У меня новый голос. Да, новый голос, это еще прикольно. Итак, ребята, мы нашли доску для вызова духов, и Алиса нашла котенка. Кстати, его зовут Бэтмен, и, друзья, его можно пристроить в добрые руки уже наконец-то. Если что, мы из города Пензы, если кто-то рядом, то мы можем вам привезти этого симпатичного Бэтмена, это наш мальчик. Да. Так, Алиса, давай его пока на стол поставим. Да. Да, у нас еще есть 3 котят, но это мы все расскажем о нашем, на нашем канале Есинская Pets, да? В следующем видео. Мальчиков. Короче говоря, мы дотрагиваемся с Алисой до планшета. Она с этой стороны, а я с этой. Прям двумя ручками. Давай. И, короче, вводим по кругу и говорим. Шелли, оживи. Шелли, оживи. Поняла? Ага. Поехали. Шелли, оживи. Шелли, оживи. Шелли, оживи. Шелли, ты здесь? Двигается Алиса. Она двигается. Смотри, что она написала. Да. Да. Шелли здесь, ее дух и призрак реально существует.
Котенок упрыгал. Пошел к мамке. Ну ладно, нельзя отсыпать, ты разорвешь связь. Блин, это плохой знак. Ладно, Шелли, а ты правда живая? Шелли, ты правда живая? Алиса, да. Офигеть, она реально живая. Слушай, но при нас она двигаться не будет. Все, давай знаешь, как сделаем. Мы пока оставим Шелли здесь наедине. И если она действительно живая, возможно, она просто боится нас. Нам нужно немного отлучиться. Мы сейчас установим якобы как скрытую камеру. Камеру на Шелли. Вот, а сами уйдем. Я знаю, как проследить. Как проследить? Я буду на втором этаже смотреть в дырочки. Отлично. Ладно, короче, ребята, пока мы поднимаемся на второй этаж, чтобы следить за Шелли, вы остаетесь и будете видеть то, действительно ли ожила Шелли. Получился ли у нас обряд? Пошли, Алиса. Вот это отличное место. Короче, видела Шелли, тебя, голову тебе. Крутое место. Алиса, итак, ребята, пока мы оставили одну камеру внизу здесь под домом, там Шелли, мы взяли другую камеру и посмотрим, понаблюдаем, что происходит. Алиса, смотри, давай, где-то мы здесь нашли щелочку с ней. Алиса, ты видишь? Мне кажется, она подвинулась. Я вижу Шелли. Ты видел? Она подвинулась. Да, вижу какие-то красные глаза. Что там, Алиса? Там красные какие-то глаза. Блин, ребята, не может быть. Алиса, пошли скорее. Наверное, Шелли превратилась в демона. У нее стали красные глаза. Ты представляешь? Она стала бешеной, злой. Нам нужно срочно завершить обряд при помощи доски для вызова духов. Короче, аккуратно слазим. Мы только плохо сделали. Слушай, да, мы зря, наверное, это сделали. Мы из доброй пластилиновой Шелли превратили ее в злую форму. Будь аккуратна, спускайся. Потому что оставь ее. Да, скорее всего, возможно, в нее вселился демон. Будь осторожна, аккуратно, не торопись. Блин, Алиса, главное, чтобы она не исчезла. Черт, прикинь, если она пропадет, она же может вернуться к нам. Побежали скорее. Давайте. Черт, Дим! Блин, она исчезла. Жесть, Шелли исчезла. Алиса, погнали ее искать. Нам нужно найти ее. Там слушай, ее нету около бассейна. Слушай, я не знаю, смотри везде, где она может быть. О нет, Шелли, господи, вон она там стоит. Вон! Дим, это Шелли, нам нужно ее как-то поймать. Шелли, о черт, посмотри, у нее реально красные глаза, Алиса. Она реально, в нее вселился демон. Вот Шелли, давай окружаем ее, мы должны схватить ее. Посмотри. Так, аккуратно. Раз, два, три. Хватай ее! Хватай, Алиса! Держи ее! Держи! Черт! Черт! Шелли покинь этот мир! Шелли покинь этот мир! Шелли покинь этот мир! Ее глаза перестали быть красными. А ребята, вы видели? Теперь это нормально, Шелли. Алиса, бежим к доске для вызова духов. Остался еще один обряд. Садись скорее. Так. Нам нужно сказать Шелли прощай. Поняла? Ага. Ставь руки на планшетку. 3, 4. Шелли, прощай. Шелли, прощай. Шелли, прощай. Все, мы попрощались с Шелли, ребята. Реально это работает, да, Алиса? Да. А Алиса, представляешь, наша Шелли ожила, но она стала злой формой, поэтому нам пришлось от нее избавиться. А эту проклятую пластилиновую фигурку мы оставим к себе на память, да, Алиса? Да. С вами была я, королева мистики, и моя дочка Алиса. Всем пока!